Где я? Привет, подписчики, привет, YouTube, зритель. Утро раннее. 9 утра. Проснулись. Тут мое логово было. Там Юра спит. Сейчас схожу за водой туда на пилораму. Попьем кофейку и снова за работу. Юру надо будить. Живой? Не смерзла малпа? Да, вообще первая находка. Десять, 12 килограммов. Начат. Попалось какое-то курыто. Сейчас выкопаю. Запечатлю. Юра лег спать. Наверное, не достану. Уходить под плиту. И там оно зажатое. Жалко же оставлять кусок таки. Тут же такая труба. Мы на обратном пути вытянем. Вроде болтается. Вот такой вот у нас. Находка. И как его брать? Отдай! Бля, интересно, да? Охренеть. Окольцованное дерево. Навеки, бля, вечные. Зато через 10 лет будем точно знать, где лежит 5 килограмм да. Железа. На больше или 5? Да не, ну от 5 до 10 где-то. Ну-ка, дедушка, дай-ка нам металлишка, мы тебе серебришка. Юрик, ну-ка, ямочку выкопай-ка для дедушки земляного. Юрик не накопался. Опа. Завтра приеду выкапывать. Опа, на. Ну-ка. Ничего себе, щедрый дедушка. Сразу, ты побой. Видишь, на дивизии, там что-то. Некая труба. Все к ней приварят. Литое. Ты думаешь? Да. Ну, блядь, лучше не надо. Колосник. Сейчас не утянем. Не утянем, не утянем. Оставим. Ага. Уже точно оставим. Целого рубля закинулся. Нет, алюминий. Алюминий, да. Ну что, сейчас надо копать. Покажешь, что это. Да, сейчас выкопаем. За рубель купили. За рубель, да. Тяните. А так оно, слава богу. Оказалось, это сани волокуши. За ишаков цепляли раньше. И таскали. Ну смотри, таскали неплохо, попротирались трубы. Дровишки, уголек. Тут видно, котельная была. Там, да, внутри бочка стоит, бог на 15-20.
здоровенное. Оно тут прямо наверху валяется. Второй эпизод. Хороший пятак. Ну-ка сюда. Датчик давления. Ух ты! Могли порезать. Ну, да. Мать моя женщина. Есть варианты тянуть до машины. Метров 400. Этот вариант прям очень опасен для здоровья, бля. Небольшой клондайк. Алюминий, алюминий. Некая каракатица. Бля, им не похуй. А их надо 20 штук, нахуй. А потом думал, сука, а куда их делать? Яму нахуй. Не ругайся, Юра. Я ж не знал, что ты снимаешь. Оказалось, двутавра. Уже метра 2,5 и уходит он туда. Да, залез прям. Да, туда. Километра 3. Дембельский аккорд ребятам устраивает. Да, еще полчасика покопаем и едем сдаваться на металлоприемку. Такое все разваленное. Руины и пепел. А когда-то колхоз расцветал. Коровки паслись. Это мы еще даже к этим зданиям не подходим. Угу. А ты представь себе сейчас начать возле этих зданий ловить. Жопа, блядь. Год копать, блядь, надо. Надо их. Оно его в баню, этот двутавр. И он пошел на той свет. Тут уже выше колена, а он все не заканчивается.
почти даже не шевелится. Короче, наверное, на следующий раз мы проедем Денкратом. Потому что Денкрат Перти, тут метров 400, да прикиданный железом. Приедем в следующий раз на днях. Уделаем эту монашку. Металл просто сверху валяется. Жесть, но... Порядочная жесть, килограмм на 10. Где-то двигатель должен быть. Юровал тянет. Все, Юра, надо тормозить, да? Потому что это может продолжаться бесконечно. Уже руки металлоискатель просто не держит. У нас тут килограмм. Ну даже если так разобраться, под 200. Да. И там килограмм. Ну килограмм 250 есть, их же еще надо перетащить. Тащить, ёб твою мать. Это точно. Он говорит, как есть. 29 килограмм. Короче, сходили мы к сторожу, чтобы нам не перти оттуда сюда. Мы сходили к сторожу, попросили проехать по территории. И нам будет хорошо, не придется тянуть. Там мы спокойненько взвесим все. А он сторож еще полупьяный. Ну что, короче, заехали. На 107 гоним. Куча не уменьшается. Еще соточка подъехала. Двести тридцать восемь. Ногой придави. 34. 272. Сколько? 272. 272. Ну и там у нас килограмм. Ну и там еще, да, последняя куча. Килограмм 56. Полтинничек подъехал. Едем на сдачу. Увидимся на весовой. Итак, смотрим. Чистый вес. Тонна 171 килограмм. Цена та же, 65 копеек. Ну что-то поговаривали, что с понедельника изменение будет. Но я думаю, это, наверное, на понижение. Если будет понижаться цена, то мы, естественно, сдавать не будем, будем копить, ждать лучших дней. Так, засоренность 4%. Итога у нас 761 рубль. Белорусские рубли. А если на российские перевести, сколько это 700 рублей на российские? Да я откуда? Ну, короче, кому интересно, то и... 700 рублей? Так, 3,50, грубо говоря, ну... 20 тысяч получается, да? Да. Да, 20 тысяч. Ну, итог это... Ну, даже, наверное, чуть больше там 20 тысяч. Это двухдневный итог. Ну, даже, можно сказать, не двухдневный, потому что мы начали копать. Вчера мы копали с 12 дня до 5:30 вечера. И сегодня мы начали копать с... Наверное, с часов...
10, пока поели. Какой мы в 10 только проснулись, начало 11. 8 минут 11 я глаза продрал, а пошли мы копать, пока покушали, ну, 11:30 вот так. Ну да, 11:30 пошли и приехали, а и закончили мы где-то часов... Так, сколько сейчас? Да. Наверное, 2:30 мы закончили, потому что пока мы собирали его, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 750, 760. Ну, это на Юру я делить не буду, это в одну хару. Ну все, всем добра, всем любви, берегите себя, любите друг друга, хороших вам железячек под катушечку. Ну что, Юрок, что на кофе? Не все. На заправку. Сейчас пьем кофе и едем копать дальше. Такое место бросать нельзя, надо. Да. День отдыха и вперед стартуем. Да, следующий выезд, наверное, понедельник или на выходные. Будем бачить. В воскресенье на понедельник. Ну да, да. И, ну посмотрим, как. Послезавтра, потому что место это вообще... Вы сами видели, сколько металла. Тонна. Сколько там было? Тонна 200 почти что за 2 дня. Я думаю, это нормальный результат. Все, короче, ну все, всем пока.